Сегодня 14 августа 2021 года, суббота. О, Володя где-то там работает, помогает Сергею. Грузит машину. Вот Марина Александровна сидит, и внук ее Максим. Что у нас тут на обед подали? У нас сегодня мы жарили кабачки. Горох зеленый. Горох зеленый. Крыжовник. Крыжовник. И вот у нас дальше крыжовник. Это отдельно. Ладно. Варенье из клубники. Варенье, еще тебе там это кабачки. Нам сегодня угостила Ирина кабачком большим зеленым. Так, я пожарила. Это варенье какое? Варенье, вот это клубника. Клубника. Да, полевая, как так, в лесу. Это смородина. А это? Это вот из этих вот ягод. Это коренда. Вот коренда. Вот это варенье из коренды. Это вдоль лесополосы, около железной дороги. Да, это в этом году мы сделали. Крыжовник со смородины. Но это... Сухофрукты мы компот сварили, потом компот. Сухофрукты достаем. Это еда. У нас сегодня лепешки по Володиному лепешки рецепту. Сегодня, да? Да. Это растительное вот масло. Максим сделал из помидор, хрена и чеснока. Это что такое? Как называется? Как Максим называется? Аджика. Хреновина. Ну, аджика там. Ну, это хрен аджика. С чем? Хрен, чеснок немножко и помидоры свежие. Помидоры, вот эти я что не доел. Да, на хлеб. Это суп с этими... Свежая картофель. Картофель у нас свежий, да. Вот, вот свежая картошка. Так, ну и лепешку эту тут я сам размачиваю. Вода из-под картошки здесь и компот. Арбуз покажите. На арбузов сейчас будем вот есть. У нас это арбуз, свое, со своего да, огорода. Свои лепешки, еще куплено лепешки здесь еще нету. У нас. Вот у нее тут лепешки. Угу. Вот видишь, как сухари. Сухари у нас, да, всегда вот есть. Вот он сухари да. Говорит, что... Бедно живем разве? Нет. И пост начался. Первый день поста, да. И сегодня вот растительное макарон, масло. Это макароны что? Были, рожки? Макароны, да. Это суп, чай, суп, рассольник. Компот. Свежий компот. Ну, слава богу. Каша овсяная, да. А это что? Овсяная каша. Еще? Овсяная каша. Овсянка. Ко мне не дала ее, дала? Нет, еще не дала. А почему не дала? Думала, на второе, может, вы хотите. Ну, не второе, мне туда лишь бы в эту чашку добавь, там мне ложку. Два арбуза мы. Ну ладно тогда. Вот Михайлюк-то пришли. Что они тут творят? Хватит тут, Марина. Ага. Ну ладно. Там белый действительно арбуз еще арбуз на окне. Не такое большое, но... Ну спелый. Прямо он стучит. Все, тут Надежда Васильевна взяла квас. Я что-то пивнул маленько и не стал. Горьковатый квас, показался. Он наш ядреный, ядреный. Как бы не захмелеть с него. Запшикает. Все. Ядреный, говорю, квас. А, ну и ладно. А, все, пока.